Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Стражники Королевства». One unit. Ну давай еще. Так, это у нас лучники. Так. И теперь их объединить. Ах, вот как это делается. Ну что же, кто у нас тут идет? Что за... гномы. Удивительно, мы воюем против гномов. Насколько я помню, ребята, всегда гномы были за королевство. Всегда помогали, но, видимо, тут злые гномы. Так, уровень 2. А, мы потихонечку с тобой прокачиваться должны, да? Давай, допустим. Здесь тоже что-то можно открывать. А, тут еще, смотри-ка, это на 4 уровне откроется. Это на 26, а это на 6, а это на 3. Новая башня. Ага, она ставится автоматически. Окей. Объединяем здесь и здесь. Знаешь, что я хочу проверить? А можно ли их еще круче сделать? Хотя, подожди-ка, мне кажется, здесь не вариант, наверное, выжидать. Хотя, вроде бы, лучник мой справляется. И причем довольно неплохо. Давай-давай, вот здесь вот их лови. Ну, слава богу, мы здесь справились. Победа. Так, нам доступна еще одна башня. Она ставится сюда. То есть еще две дополнительные башни у нас. А я хочу прокачивать. Так, смотрим. Лучник бравый. Очень хорошо бомбит. Мне нравится. Так, я так понимаю, вот это будет последняя здесь стадия, да? То есть получается 6 фолм. О, друзья мои, по-моему, у нас сейчас будут проблемы. Или все-таки успел? Смотри-ка. Ага, тут продвигается дальше. Кто там? Трындец, ребята, это босс. Это у нас вышел босс. Я вот что хотел проверить. Да, 4 уровня. Наверное, лучше сюда или куда, или сюда. Сюда, наверное. Попробуем его запинать. Хотя, ничего в нем сложного нету. Идет этот кабанчик, мы его забомбили. Ух ты. Огненный маг плюс еще одна башня. А как мне переключаться? Тут уже... А, вот как. Ха. А ну-ка. Сейчас мы с тобой тут... А, тут рандомно выпадает. Все, ребят, я понял. Я хочу просто кое-что проверить. Ну-ка, маг. Я вот сюда лучше поставим. Пускай стоит. Что вы мне показываете? Я не хочу пока туда никого ставить. Довольно неплохо. Для начала, да, друзья мои? Монеток бы побольше. Показывают нам, что поставьте сюда какого-нибудь бойца. Обязательно поставим, но вначале нужно нам прокачать их. Ну, вот, например, боец 3 уровня. Это у нас лучник. Так, Виктори. А это уже, друзья мои, какие-то ассасины. Они очень быстрые. Ты сам видишь, они бегут. Я просто хочу посмотреть, как будет бомбить маг. Тут, кстати, яйцо. Они, понимаешь, не хотят, видимо, схватить вот это вот яйцо. Мне сразу вспоминается игра Динабэш, когда мы с тобой защищали яйцо, помнишь? Так, я сейчас здесь. Так, секунду. Вот так вот. Прокачки пока больше нет никакой. А сколько вообще здесь волн? Это до бесконечности или как-то? Да нет, должен быть какой-то конец. Наверное, здесь будут сейчас гномы вместе с этими убийцами, да? В перемешку все это. Дайте хоть магу разочек выстрелить. Я хочу просто посмотреть, как он тут разрулит ситуацию. Они этого мне не дают. Так, маг 4 уровня у меня здесь. Вот сюда я его поставлю. Но что-то мне подсказывает, он почему-то слабее, чем лучник. Опять босс? И опять этот Винни-Пух идет? Ребята, опять этот Винни-Пух идет на нас. Так, у нас на 26-й миссии откроется еще одна башня. А я могу, например, взять его, забрать? А-а-а, вот оно что. Ты понял, да? Я могу смотреть, что сделать. Вот так вот. И поставить его на место.
Тут будет какое-нибудь разнообразие-то, в конце концов, или... Вот так вот мы с тобой добились. А, вот, видишь, я говорил, что гномы будут вместе с этими, с ассасинами. Рано или поздно. И вот тебе настал этот момент. Так, давай быстренько с тобой попробуем сейчас гномов. Ой, гномов, магов. А, вот оно преимущество в чем, ребята. Он наносит массовое поражение. Что такое Х2? Нет, это увеличить скорость, говорят. Ну, за просмотр, естественно, рекламы. Кстати, башня еще вот здесь будет у нас. Рано или поздно мне должны дать какого-то нового юнита. 100% тебе говорю. Так что выжидаем этот момент. Маг 5 уровня прокачан. Отлично, монетки. А вот что здесь интересно такое? Я, смотри, я больше не могу, ребята. Вот это предел максимальный, что я могу вызвать. Так, лучник, давай-ка мы тебя здесь объединим. 5 уровня лукарь. Здесь тоже так вот соединяем. Ох ты, а это кто такие-то? Вау, это орки. Да-да-да, самые настоящие орки, друзья мои. Давай далее. Так, подожди, 2 и 2 вот здесь вот мы соединяем. 3 и 3 здесь. И вот так. А, можно даже вот на месте прямо это все делать. Смотри, что я сделаю сейчас. 6 уровень, он уже стал зелененьким, то есть... Типа редкого, да? Редкий вояка. Да фиг вы пройдете, никакого яйца вам здесь не видать. Даже не думайте о нем. Даже не мечтайте. Так, мне доступен, друзья мои, ледяной маг стал. Я приблизительно понимаю, что будет делать ледяной маг. Мы, кстати, с тобой только 1 уровня. Значит, все-таки должно быть какое-то здесь завершение логическое. А тут, 21 уровень, да, нужен, а здесь 26. Но он уже посерьезнее. Мы критуем довольно неплохо, я заметил. Видишь? Опять двойная скорость. Ох ты! Это что такое? Это что такое, друзья? Ежедневки, пока мне этого... Чего? 59-ю волну нужно пережить? Чтобы там что-то получить? Нужен мне ледяной маг. Я просто хочу глянуть, ребята, что он будет делать. Ясен перец, он будет, ну, заниматься заморозкой. Может быть, замедлять врагов. Что вероятнее всего. Так, давай здесь в плане объединяйся, говорю. И хотелось бы мне понять, какой здесь все-таки предел. Так, здесь мы делаем так и вот так. Много дали магов. Да, да-да-да, маг именно занимается заморозкой. То есть враги очень медленно идут. Нет, ну это яйцо... Ага. Так, вот оно что. Значит, мы с тобой прокачиваем это яйцо, оказывается. И кто же там, интересно, вылупится? По завершению. Давай сюда поставим с тобой. Да, замедляет, но урон... Урон, к сожалению, ребята, не очень большой. Ладно, сделаем сюда. 19-й. Так, на 21-м нам доступна будет еще одна башня. Так, здесь прокачиваем. Сюда, сюда. Так, этих-то с тобой объединяем. И вот сюда идет. Оу-оу-оу-оу-оу. Тихо, тихо, тихо. Смотрите, ребята, они уже умудряются пройти. Так, что это такое? Мне доступна еще одна ячейка стала. И опять этот халабуда идет. Кстати, после его победы нам откроется вот эта вот платформа. Здесь будет еще одна башенка. Пока мои там бомбят, я здесь, пожалуй-ка... А что я сделал? Ничего. Вот так, сюда. Здесь маги объединяются. Так, что такое автомерч? Но...
активировать. Вот это хорошо, ребята. Вот это уже другое дело. То есть ты видишь, да, что происходит? Хе-хе-хе. Обожаю, когда вот такое вот есть в играх. То есть у них идет автопрокачка. И мое дело только маленькое, да? Выкладывать бабосики. Подожди-ка, бабосики выкладывать. Новая башня. Так, а это что у нас тут появилось? Бесплатные награды. Опять же, за просмотр видосиков, ребят. Не хочу в данный момент ничего просмотреть. Тут аж тройная скорость уже. Так, ледяной маг, давай-ка мы тебя здесь объединим и вот так сделаем. Да, то, что нужно. Этот шестого уровня, этот шестого уровня. А мне дальше никак не прокачать. Ха. Так, погоди-ка. Блин, а что же делать, друзья мои? Как быть? У меня, смотри, а, вот. Две башни, господи. Что ж ты, Рэй, не видишь, что здесь две башни у нас доступны? Сидишь там, гадаешь, как там быть, что нам делать. Да все легко и просто. Вот так вот объединили, соединили. Так, неплохо. Давай-ка побольше монет заработаем. Блин, а враг-то все становится сильнее и сильнее. Ты посмотри. Крепкие уже ребята пошли. Так, 26 уровень получаем. Нам открывается... Ага, вот. Опять гномы. Интересно, мне кажется, вот эти вот, когда площадки откроются, вот будет доступно здесь. А что тут? Неизвестно пока. Давай-давай-давай-давай, расстреливаем. Победа. Опять босс. А, так вот эта штука у нас еще на время оказывается. Ты посмотри, 8 минут мне дается, как тебе сказать, бесплатного вот этого вот соединения. Нам надо вот тут вот поменять, наверное. Это что такое? Что это за сити? Ну-ка. Да ладно. Дожили до города, друзья мои, наконец-то. Что тут у нас? Замок первого уровня. Усилить хотите? Хочу, конечно. Третий уровень замка. И что же нам дает? Тут у нас будет академия, бараки, таверна, офлайн. Что тут еще есть? Голосовая связь, что ли? Так, потом здесь еще что-то. Это на 46-й миссии откроется. Также у нас откроется вот это. Это, наверное, на какой там? На 48-й. И это на 52-й. Ну, давай, давай. Че, монетки кончились? А почему я не вижу монеток, ребята, у себя? Тут уже можно две прокачки сделать, да? Просто хотелось бы... Так, ух ты. Это... Гоблин, это у меня открывается новый, да? Боец. Подарочек какой-то. Эксклюзивный гифт. Не буду. Хочется, ребят, посмотреть, но это реклама, потом ее вырезать. Нет. Гоблин, а что интересно делает гоблин? Так, он с какой-то колбой сзади, за спиной, смотри. Что же ты делаешь? Сейчас посмотрим, что у нас будет делать гоблин. Так, мы забираем свои награды. Там дали кучку гемов. Гемы, наверное, вот здесь вот. Ага, чтобы открыть, нужен 40 уровень. Мы уже, кстати, с тобой 3 уровень. Ух ты. Это типа я, что ли? Скин. А, тут еще скины башен есть. Ух, неплохо. Хи-хи. Можно это взять? Нет? Нельзя. Видимо, либо за гемы, либо еще за что-то. Но приобрести-то можно, так. Еще одна, ребят, площадка нам открылась. Я, кстати, так и не увидел, что делает у нас гоблин.
Играть типа как кликер, но на самом деле не кликер, не шиша. Так, давай дальше. Так, я вижу, у нас магичка 6 уровня есть. Мы ее вот сюда объединим. Так, воришки бегут. Но они тут далеко не бегут. 4 минуты осталось на автосбор. Так, 6, тут 4, 4 уровень. Так, еще один куб открывается. Что же тут-то будет, а? Лучница. Ать, 7 левел, не кисло. Продолжаем. Так, у нас, кстати, маг есть, которого можно прокачать. А этого-то что? Про этого-то что, забыли, что ли? Вот, объединяем. Гоблин 6 уровня. Оп, 7. Сделали его. Игра, ребята, новенькая. Это из свежих игр. Точно тебе не скажу, когда она вышла, но недавно. По-моему, даже в этом месяце. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Но она у меня была в этих, знаешь, когда игры с предзаказом заказываешь, и когда она появляется в релизе, тебе сразу дают возможность ее скачать. Так вот, именно так и было. Так, открывается еще одна ячейка. Окей. Что же это за яйцо-то такое, а? Так, здесь забираем. Подожди, я... Какой-то тут, ну ты видишь, да, что это явно какой-то динозаврик там в этом яйце. Что-то у нас здесь доступно прокачать. Так, солдаты тренируются, что-то не могу понять, это тренировка, но еще жирнее стал. Ты посмотри, еще жирнее стал этот циклоп. Ох, ё-моё, ну и прокачка у нас тут идет. Посмотри. Так, еще один куб открывается у нас. Так, смотрим, гоблин 7 уровня идет сюда. Маги 7 уровня. Вот. Так, смотрим дальше, что еще. Блин, погоди секунду, не то. Магичка вот здесь. 37-й этап. Тут постоянно. Тут можно по одному, ребята, забирать, да? А можно сразу с копом всю награду забирать. Куда, 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 куда ты разогнался? Блин, что-то мы уже как-то не справляемся, если честно. Надо заняться прокачкой, наверное. Так, маг 6 уровня есть? Есть. Сюда его. Лучник сюда идет. Так, орки, орки бегут. Так, на каком тут открывается? На 46-м. Нам остается тут немножко совсем. Сколько? 8 этапов пройти и все, ребята. 8 этапов, у нас откроется вот это. Что это, я пока не знаю, ребят. Может быть, какая-то арена, может быть, еще что-нибудь. Ну, эта игра, да, чем-то напоминает Tower Defense, но... В Tower Defense ты обычно, ну как бы тебе сказать, сам там выставляешь, да, что делаешь. Тут же как бы все идет автоматом, особенно вот прокачка твоих юнитов. Это даже не сказать, что это прокачка, ты просто как бы объединяешь их, да. Тем самым они становятся сильнее. А так она, ну как бы, одно и то же пока, если честно. Мы стоим, мы бомбим. Пока разнообразия здесь особого я не вижу. Может быть, дальше как-то будет. Но на самом деле им бы вот выгоднее было бы на самых начальных этапах делать какое-то, как тебе сказать, незатянутое начало, чтобы были бы какие-то развития, чтобы было как-то интереснее, чтобы игрок, как тебе сказать, был заинтересован. Опа, друзья мои, это что-то новое. Это новый босс, это Минотавр. Скорее всего, да, или это орк просто со шлемом таким. Но он такой ватный, смотри, мы его быстро так зафигачиваем. Дрещеныш, ё-моё. Тут-то еще что такое? Клаудия, 99 рублей. Это, видимо, какой-то маг. Наверное, офигенный.
Так, здесь заберем награды. Когда же этот дракон-то вылупится в конце-то концов? Не хватает ускорения здесь в игре. Вот мне лично очень не хватает ускорения. Так, а когда откроется таверна? А, она уже открыта. Ух ты, это что такое? Телепорт Альянса? Рекруты? Понятно. Закати губешки, как говорится, обратно. 5 уровня замок. Допустим. А когда мне откроют эту ячейку, а, друзья мои? Последнюю. Вот эту вот. Кто мне скажет? Здравствуйте, приплыли, и чё? Стоп, а... А почему-то вот этих не объединили. А, у нас закончилось, да? Тут... Активировать, что нужно для этого? Иди ты! 1000 рубасика я еще не вкладывал вот в эту игру. Такие простачки, я тебе скажу. Да, тут, конечно, придется теперь самому все раскладывать. Блин, тут все путается. Так, так, сюда. Гоблин 8 уровня объединяется. А здесь мы сделаем вот таким образом. Давай следующих. Чат. Открыт чат, друзья мои. ГГХ. А кстати, ты заметил, что мне даются уже войны какого уровня? 5-го, смотри. Они сразу выпадают 5 уровня. Вот, ребята, присоединяйтесь. А можно чат открыть на все окно? Далеко ли стать не придется? Ну смотрите, ребята играют. Набор гильдий. Тут и гильдии еще будут. Герой. Так. Ух ты. Это кто? Офелия. Тут еще герои будут. Так. Апгрейд можно сделать ей? Хм. Рекрут. Бесплатно. Сундук. Так, Этли. Антон. И Питер. Так кто такие? Принять. Так, у меня есть билет. Нет, у меня никаких билетов. Это герои. Так, мне уже становится интересно. Да, герой, что делает, блин, герой? Таверна. Угу. Надо разобрать. Блин, была бы она еще по-русски. Альянс. Открылся мне альянс. Так. Открыт новый сервер. А как мне ее нанять-то? Подожди-ка, это что я делаю? Это я ее типа прокачиваю за счет вот этих героев? Лист. Хм. Она самая мощная. Юза. Чё-то я пока не могу понять. Информация. Ну вот они, инфо. Она 1 уровня. И я понимаю, что она 1 уровня. Ну как мне ее вообще взять? Можно или что это означает? Так, это для чата. Замок. Чем, кстати, больше замок, ребята, у нас. Теперь все бойцы будут у меня 6 уровня появляться. Так, Упакула Мо. По-нерусски вообще там пишет. Тут есть еще академия. На 20 уровне открывается. Офигеть, на 20 уровне, друзья мои. Так, давай-ка мы себе наплодим здесь. Мир. Что здесь-то у нас еще? Так. Ах, вот как. Это
Это я что, должен их атаковать? Ну, давай использовать. Что происходит, ребят? Я не понимаю. Мне душит герой, блин. Я не знаю, как вот взять этого героя. Просто не знаю. И все. Автоселект, автовыбор. Ну, и что? А, вот. Ну, давай. Что, теперь вот этих надо бомбить нам? А как мне отправить-то их? Вот, вот так вот. Нет, давай в атаку. Ну-ка. Это гном. Так, вот это мой. Это же я, да? Бош. Да, ребята, я победил. Я побежал обратно к себе в замок. Хе-хе-хе. Слушай, так я вот этих сосунков тоже могу разобрать. В принципе, ты чем где-то? Погнали. Гоблин тут выпендривались. Вот, разобрался я наконец-то. А вот этот рудник я могу же захватить? Давай, беги. 6 секунд. Бэш. Меня звать Бэш, плеер. Там какой-то непонятный. И что, мы такие в шоке, главное? А почему мы в шоке? Друзья мои, почему в шоке мы? А-а-а, моя армия забирает здесь голду, то есть я могу вернуться. Так, давай посмотрим, что вот здесь такое. 50 гемов забираем. Так, а может быть здесь все-таки есть русский язык, а, в этой игре? Где у нас... Так, где у нас это? Вот здесь, да, настройки? English. Вот, вот, ребят, ну это совсем другое дело. На русском языке, ну всяко приятнее играть. Прикинь, сейчас меня на другой, на русский сервер кинут. И все с нуля. Нет, все отлично. Вот, ну, твою ж налево. Теперь-то будет все понятно. Офелия. Так, что у нас тут? Можно про нее, наверное... Это можно ей скормить и тем самым эту Офелию улучшить. Так, ну тут понятно, да? Тут у нас альянс, частный мир, царство. Нам на почту что-то пришло. Сообщество. Вы успешно вступили в альянс? Ребята, в какой, блин, альянс я вступил? Я никуда не вступал. Тем более в 39 минут, извини меня, первого ночи. Что-то здесь попутали. Давай здесь вот. Когда же этот дракон-то прокачается? А я хочу дракон этого получить. Так, здесь объединяем. Так. Так, сюда. Этих тут объединим. Кстати, у нас очень много денег, поэтому я, наверное, думаю, что нам есть резон открыть. Ага, 60-й этап. Ну, это скоро будет. Здесь тогда мы с тобой докачиваем. Сундуки у нас какие-то здесь. Ага, эликсир. И Дэниел, это герой. Гоблинская книга. Редкий трассировка, это навыки. Для кого это трассировка? Пока непонятно. О, смотри, у меня герои уже здесь по полю бегают. Прикинь? Вот она, Офелия бегает. Вон там этот гном наяривает. Это же мои герои? Мои. Ну вот и славненько. Я бы, конечно, сюда бы как можно больше героев хотел бы поставить. Что случилось? Непонятно, что-то с игрой, ребята, было. Забрать полторы... Ага, 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 конечно, конечно. Забрать 1500. 1799. Почти два рубаса заплати, и будет тебе счастье, скажем так. Но ведь это не для нас, ребята. Маг 9 уровня.
так вот. И здесь, да? А как, например, мне получать вот тут новые скины? Ну, как не скины, а есть эти. А как мне получить новых бойцов? Вот, например, вот этого. Как мне ее получить? Нет, подожди. То есть только лишь через покупку? И больше никаких вариантов нету? Академия открывается на 200 этапе. Бараки открываются на 100. И офлайн, я так понимаю, когда мы не в игре, у нас копятся с тобой деньги. Как телепорт клана. И что? Как телепорт клана? Так, это что такое-то? Блин, давай назовемся. Уговорили уже, а? Я не могу прям. Так. Сейчас, большой бук, как полагается, да? Вот так вот мы с тобой себя назовем. Все. Так, имя успешно изменено. Мир. Слушай, а вот этого кабанчика мы с тобой сможем, интересно, завалить? Слишком трудно для вас. Понял. Хотя он первого уровня. Мой замок тут, смотри. Тут народу-то играет прилично, ребята. Все под защитой. Значит, все довольно свеженькие, ребята. Все, так сказать. Ух ты, смотри-ка, здесь кто? 7-й уровень. А можно мне вот так вот поиск? Вот, 2-й уровень. В атаку! Отправить, конечно. Они прям рядом со мной тут находились, прикинь. Это кто такие? Я не пойму. Французишка, что ли? Так, 11-й уровень, это пока для меня слишком круто будет. Вот! Вот это я понимаю. Давай, быстро отправляй. Проще простого написано даже. Гном под предводительством магов рванул. Тут тоже маги, кстати. Так, пошла. А, это тролль. У вас новая почта. Так, забираем бесплатно. Забрать все. Вот. Так, а здесь что у нас? Забрать. Так, это войти. Это ежедневки у нас, да, получается? Да, это ежедневки были. То есть, ко всему прочему, мало того, что у нас мир, мы еще с тобой здесь. Это, ребят, скажем так, на минималках, да, ходячие мертвецы. Ты помнишь, там такой же эффект, также защищаешь свою базу. Офигеть, просто с этой миссии этот гном там бегает, как сумасшедший, наяривает. Улыбочки, все дела. Прокачка. 10 уровня, опа. Я так понимаю, что на твою базу могут также напасть. И вот все будет зависеть от того, кто у тебя и сколько здесь прокачанных бойцов. То есть, если они вот это яйцо похищают, видимо, ты проигрываешь. Но это я так предполагаю, ребят, точно сказать тебе ничего не могу. Как это все работает здесь. Значит, у нас сундук. Опять нам выпадает Дэниел. Тут, видимо, такая идет система. Если ты собираешь достаточное количество осколков на какого-то персонажа, рано или поздно он тебе откроется. О, 4000 золота. Ух, ё-моё, идеальный дракон трассировки. Отличный дракон трассировки. Так, Этли, это гном. Книжка для стрелка. Питер. Антон. Так, второй тир, третий тир. И Дэниел, герой. Для лучников, для этих, для каждого свои книжки, я смотрю, да? Для магов. Подтвердить. Дракон, ты когда созреешь, а? В конце-то концов. Ух, ё-моё. Забираем все. Так, мне доступно 20. Ну, ага, здесь. Но вот эти вот карточки, куда их, ребята, тратить? Вот эти вот карточки, это, видимо, для прокачки моих персонажей. Но где именно они должны работать и как? Выбери героя. Ну, например, давай. Идет прибавка. Причем прибавка довольно не кислая, если я скормлю вот этого Дэниела именно ей, Офелии.
Так, а здесь... Мне доступно всего двоих персонажей, я могу носить, таскать. А как его, например, убрать? Почему я не могу взять вот этого, а? Кто мне подскажет, ребят? Или это он и есть? Нет, это Этли, а здесь у нас Генри, или как его там звать? Вот с этим я что-то пока... Или я туплю, или я действительно ни хрена не понимаю, как тут надо сделать. Так, 80-й открываешь, будет тебе дальнейшая прокачка. Или скормить ей. Эксперт по пожарам увеличит боевую мощь магов огня на 20%. Это что? А, мне нужно две карточки, да? Для того, чтобы ее повысить. А где вопрос мне карточки-то брать? М? Вот здесь вот можно повысить. Так ведь? Повысить. Значит, что вы сделали? Я повысил его или нет? Да, ребята, я его повысил. Теперь нужно три карточки найти на него. Хорошо, но это я понял. Но как мне сделать другого? Вот, например, хочу его применить. Заменить, вот, вот, заменить. Так, разбираемся потихоньку. Да ё-моё, ну что ты будешь делать-то? Я же заменил. Я ведь попросил заменить мне бойца. Ну-ка еще разок. Не то. Это скармливать. Тут улучшить. Список. Так, она первая. Она фиолетовая, естественно, она будет круче. Ну-ка, вот, например. Так, применить. А, вот, заменить. Все? Ну-ка. Да, ребята, вот теперь все понятно. Теперь все мне стало ясно. Прокачиваем. Окей, еще. Так, и... Еще разок. 759, как ты видишь, атаки. Это у него, да? Ух ты, лава какая-то. Защита башни снижает скорость передвижения гоблинов на 20%. Ладно, а чтобы здесь это прокачать, нам нужно с тобой, естественно, улучшить нам нашу Офелию. Только после этого у нас доступны скиллы. Так, 706, да? 706. А сколько у этого гнома было... Так, тут атака 474. Слушай, ну пока мне выгоднее, конечно, ставить этого. Да, Дэниела? Пускай он тогда и стоит здесь у нас в отряде. Где он тут? Вот он. На своем маленьком коне. Иди в атаку. Чем-то мне этот коник напоминает из игры. Блин, забыл, как он называется. Твою налево. Ну ты понял, да? Конник-то там, который разбегается. С головы все поулетало. Ну, в принципе, ребята, игрука прикольная. Она... Ну, тут очень много есть возможностей, как бы. Возможно, я даже еще и половины здесь не увидел. Но моя цель была посмотреть на эту игру. Как бы сделать на нее обзор. В принципе, я ничего против не имею. Ребят, пишите в комментариях, как вам эта игруха. Зашла, не зашла? Какое ваше мнение по этому поводу? Ну, опять же тебе скажу, что мы с тобой не все открыли. Естественно, не всех персонажей. Я даже никого не улучшил еще. Тут, извини, у меня бараки, академия и логово драконов еще не открыто. Если игра вам понравилась, я, естественно, сделаю тогда продолжение обзора на нее. А на этом, пожалуй, будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.